На ковре Б синим трико борется лидер сборной команды Иркутской области, мастер спорта международного класса Юлиан Гергенов. Он призер чемпионата России. Мы все помним, в равной борьбе у нас в Улан-Удэ на чемпионате России проиграл за третье место. Он является и лидером в этой весовой категории. Борьба показывает. В 2019 году же, да, он третий. Хорошо, молодец, четыре. Держи, 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 не отпускай, держи, держи, ложи. Руку не отпускай, пошел, спартери. Хорошо, возьми захват, хорошо, возьми. Нету захвата. Пойдет, идет, 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 идет. Хорошо, еще, возьми нормально, перебери. Пойдет, пошел, идет, идет, идет. Ногу толкай, ногу толкай. Хорошо, молодец. Техническую победу одержал Домбаев Бато, Республика Бурятия.